8 человек погибли, более 30 получили ранения в результате ДТП в Сальвадоре. Инцидент произошел в одном из муниципалитетов центральной части страны. У грузовика, перевозившего порядка 40 человек, отказали тормоза, и машина перевернулась. Состояние 17 человек оценивается как тяжелое. В полиции указали, что транспортным средством управлял 17-летний подросток, у которого не было прав на вождение.